Сергеевич Аршавин. Добрый день всем. Очень важный день сегодня для всего спорта Санкт-Петербурга, для «Зенита». Нам присоединяется женская команда. Мы очень рады, что вы в новом сезоне начнете представлять «Стрелку». У вас все есть для этого. Перспективный тренер, красивые футболисты. Ну вот. Огромная армия болельщиков. Я верю, что вы своей игрой заслужите их любовь. Они будут приходить на ваши матчи. Убежден в том, что это правильный ход для всего клуба, потому что женский футбол становится очень перспективным. На него ходит больше народу, поэтому это самый лучший момент, наверное, когда «Зенит» обзавестись молодой командой женской. От мужской части говорю вам добро пожаловать в команду.